Доброго времени суток, дамы и господа. С вами Прия. Хоть из старта Shadowlands прошло уже довольно-таки много времени, все-таки почти 5 месяцев, но на текущий момент, сегодня, установлено новое обновление 9.05. И в 9.05 немножко поменялась сила ковенантов. Ну и легендарочки там еще немножко поменяли. В общем, основная суть такая, что просто-напросто отстающие ковенанты для каких-либо классов и специализаций немного апнули. И у людей некоторых возникают вопросы. То есть, как это отразится на геймплее, стоит ли менять ковенант и все такое прочее. На WoWhead имеется замечательная статейка, которую мы сейчас рассмотрим. Best Covenants for all classes in Raid and Mythic Plus for patch 9.0.5. Лучшие ковенанты для всех классов в рейдах и мифик плюсах для патча 9.0.5. Окей, хорошо, поехали. То есть мы можем кликнуть, глянуть изменения какие-либо у каких-либо классов. Ну и дальше нам уже все показано. Специализация, класс и какой ковенант лучший в рейде. Какой ковенант лучший в мифик плюсах. И комментарии от людей, которые, собственно, занимаются этими классами на WoWhead. Пишут статейки по этим классам, пишут микрогайдики и все такое прочее. То есть, например, для Blood DK в рейдах также Кирии, для Мифик Плюсов также Вентиры, то есть без вроде бы каких-либо изменений. Далее уже все для хилов, Quick Look, то есть быстрый взгляд. Нет какой-либо детальной информации, детальную информацию можно глянуть, прочитав комментарий от кого-либо человека. Если вам это интересно, то займитесь. Чтобы лучше понимать вообще, да, почему, например, феечки являются лучшим ковенантом для рестера друля, а почему, например, для рестера шамана можно в мифик плюсы брать любой ковенант. Это, кстати, интересно, но читать я это не буду. Вот, дальше для ДПСеров все имеется, для людей, которые наносят дэмэдж. То есть Frost ДК, Unholy ДК, все имеется, все прописано. Для ДХшечки, для хантишек, там, по-моему, бэмов немножко что-то апнули самих по себе. Ну и там ковенанты, может, пошатнулись, то есть феечки в обоих случаях, что для рейда левый столбик, что для мифик плюсов правый столбик. Ну и так все-все-все дамагеры абсолютно прописаны. Ссылку на статейку, само собой, оставлю в описании. То есть если, например, что-то у вас поменялось, то с целью большего нанесения дэмэджа или с целью меньшего получения дэмэджа, играя на танке, вы можете поменять ковенант, да, вам придется, конечно, прокачивать известность, вам придется там много-много чего делать, но зато вы будете эффективнее. В этом, конечно же, есть плюсы, то есть лучшие какие-либо ковенанты для какого-либо класса ценятся. Это факт. Есть различные утилиты, больше дэмэджа и все-все-все такое прочее. Такая вот информация, надеюсь, была вам полезна. Всех благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. До скорого!